Строить флот Петру Первому помогал православный святой. Первые корабли Петр строил в Воронеже. В те годы епископом города был святой Митрофан. Он, как и царь, считал важным заимствовать с Запада опыт и технологии. Говорил об этом в проповедях и пожертвовал на флот все личные накопления. На первом этапе реформ такая поддержка была особо важна для Петра. Царь сблизился с Митрофаном, хотя тот поддерживал далеко не все новшества и увлечения государя. Однажды он отказался идти в гости к царю, потому что во дворце установили статую греческих богов. В гневе Петр пообещал казнить Митрофана, но тот лишь спросил, когда и куда явиться на казнь. Царь смирился и велел убрать статую. Когда Митрофан умер, Петр лично нес его гроб и плакал. «Не осталось у меня такого святого старца», — сокрушался царь.